Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня, и сейчас я буду рисовать раскладушку-домик. И это такая забавная история. Все знают раскладушки, их делают много в интернете. Я сам тоже придумываю. Многое можно посмотреть в Инстаграме и на Ютубе, как я их делаю. И еще одна раскладушка сегодня посвящена домику. Сложили лист пополам, теперь еще раз пополам. Много детей, много ребят и взрослых присылали мне уже эти раскладушки, и они сами свои придумают, мои повторяют или другие из интернета. Это вообще здорово. Забавный такой крафт, который можно сделать из одного листа бумаги. Вот так получается. Раз, два. Раз, два. Я это называю сюрприз. Раскладушка с сюрпризом. Рисуем сейчас домик. Очень просто рисуем домик. Сначала нарисуем, какой домик он внизу, и сверху крышу. Здесь поставим посерединке точечку. Точечка. И здесь тогда нарисуем нашу крышу. Крыша идет вот, нет, не крышу, а сам домик. Вон вот он здесь идет и здесь. Примерно так похоже, чтобы было симметрично, чтобы он посерединке примерно был. Вот так рисуем. Вот наш домик. У домика есть крыша. Здесь поставим точку. И здесь точку поставим. Это крыша. И соединяем наши стропила. Стороны крыши слева и справа сделали. Теперь соединяем саму крышу внизу вот таким толстым длинным линией. Такой линией получилось у нас стропило. Ну, получилась вот эта стропильная система, а это такая крыша. И вот у нас стоит, да, опа, и получается домик. И что-то там внутри будет. А мы с тобой сейчас решим, что будет внутри, и придумаем. Давай сначала до конца доделаем то, что у нас снаружи. Здесь нарисуем, конечно же, дверь. Дверь важная вещь в домике, и мы ее нарисуем. Раз, и дверь готова. А здесь нарисуем окно. Раскрасим домик чуть позже, когда все вместе будем раскрашивать. И получится у нас такая вот раскладушка с сюрпризом с открыткой. Я думаю, что тебе будет интересно это подарить кому-нибудь, я уверен. А внутри в домике, если мы рисуем домик, а я делаю открытку, и я делаю открытку семейную, конечно же, потому что я сам папа. Здесь я нарисую папу, маму и меня. А, и тебя. Ты рисуй кого хочешь. Например, кошку, собаку или кого угодно. Ну, такую, не страшных, да? Рисуем сначала маму, папу. Смотри, мы рисуем такие большие полукруги. Нет, овалы. Рисуем овалы, это голова. Вот. Овал, это голова папы, это голова мамы. Просто, просто. Ничего сложного. А теперь рисуем руки вверх. Здесь большую полоску, здесь маленькую полоску. Это руки. Теперь они идут так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А? Здорово. Здесь можно нарисовать, как дом взрывается, к примеру, да, какие-то обломки дома, да. Вау, это папа. Нарисуем ему очки. Оп-оп-оп, он смотрит наверх, он улыбается. У него прическа, какую такую нарисуй, которую у твоего папы прическу. Я нарисую такую прическу, так. Здесь нарисуем руку. Здесь руку и здесь руку. Если ты заметил, то мама с папой у меня склеились. Мне кажется, это интересно. А теперь прическу мамы. Прическу мамы такую. Раз, два, три. Очень красивая причесочка. Она улыбается, смотрит наверх. И ушки нарисуем. И папе ушки нарисуем. Вот такая мама. Здесь ручки. Потом все это раскрасим. Можно еще подписать. Папа, мама, не перепутай. Так, здесь папа напишем. Папа. Здесь мама напишем, мама, вау-вау-вау, а здесь я, или ты, или кого ты хочешь нарисовать. Я рисую мальчика, просто мальчика, он шебушной, он улыбается до ушей, уши тоже рисуем, он прикольный, хороший мальчик. Он сидит вот так вот, тоже руки вверх. А что он держит? Смотрите, он держит крышу нашего дома, наш дом держится вот так вот. А я здесь напишу «я». Он держится. Дом стоит, он держится на папе, на маме и на тебе. Все вместе держит дом. Мы держим крышу дома. А здесь можно уже разукрасить и добавить каких-то мелочей. Например, если у тебя живет кошка, то ты можешь кошку нарисовать немножко. Небольшую кошку с хвостом. Если у тебя есть собака, то рисуй собаку. Собаку рисуй такую, как получится. Рисуй быстро, просто какие-то, такая собака у нас. И здесь тоже такой пи-пи-пи-пи-пи. А теперь раскрасим на то, на чем стоит дом. И здесь такие треугольники. Вау!
Вау, вау, вау. Это как в комиксах. Теперь раскрашиваем. Раскрашиваем масляной пастелью. Быстро и просто. Сам дом у меня желтый. Пока я раскрашиваю, я расскажу про марафон домики. Марафон домики – это забавный такой конкурс, или конкурс-марафон, который даже можно получить подарки. А, приходи, рисуй с нами. Я и мои коллеги рисуем много. Я рисую на своей страничке, они на своей. Мы делимся работами, я показываю, что у них получилось. Они показывают мне свои работы, я очень радуюсь. И некоторые даже хочу повторить уже, потому что действительно хорошие идеи там есть. Мамам, папам советую показывать детям эти марафоны. Такие простые марафоны, которые ни к чему не обязывают, а можно сделать что-то интересное и развлечь ребенка. И мало того, развлечь, что-то полезное сделать. И мало того, что полезное, но и интересное. Завлечь сейчас как раз время то, когда не хватает и хочется сделать что-то. Не хватает внимания ребенку. Ну, или на внимание, например, слишком много, и он хочет успокоиться и заниматься сам, к примеру. Так что мама у меня оранжевая, папа у меня зеленый, я желтый, кошка у меня серая будет, кошка серая, а собака будет голубая, кошка серая, собака голубая, я не знаю, есть ли голубые собаки, но голубой щенок мне с детства нравится. Нарисуем также, раскрасим таким бежевым мелком тела, вот это вот эти вот штучки, это лицо раскрасим. А что? Тут еще у нас коричневым раскрасим крышу, конечно же, и дверь коричневая. Мамы желтые длинные волосики. Ну, они такие не очень длинные, но все равно получилось здорово. Что еще можно сделать? Взять фиолетовый цвет и добавить взрывов. Взрывы у меня будут фиолетовые. Но они не взрывы, а такие просто веселые треугольнички, которые веселят наш. Окошко голубое. И сейчас будет тот момент, когда вы сами не делали, но я знаю, что многие смотрят именно для этого. Они хотят посмотреть, как разворачивается эта открытка. Ребят, я уверен, что у вас получится лучше, круче, быстрее и интереснее, и вы сами придумали по-другому даже, и удовольствие, когда вы сами это сделаете, будет гораздо больше, чем если вы посмотрели просто на ютубе, как кто-то делает открытку, а вы сделали сами, хотя бы как-то, и у вас получилось, и вы радостные, и радости, и удовольствия будет больше от того, что вы сами своими руками ее делаете. Сейчас начинаем складывать и такой вот домик. Это очередная открытка. Я их делаю часто. Так часто, может, как хочется, но так, как мне хочется. Сегодня такой момент, когда хочется. И такой: мам, привет, я хочу подарить тебе открытку. Да, какой хороший домик. Сынок, ты научился? Или дочка, ты научилась рисовать? Так красиво получилось. А ты такой улыбаешься и думаешь: хи-хи, мам, сейчас будет интересно. Ты еще не все видела, и нарисуй тогда уже все интересное и красивое рядышком. Если все получилось хорошо, то нарисуй и травку, и цветочки, и что-то еще. К примеру, нарисуй те же самых птичек таких маленьких. И все, такая работа законченная, отличная получилась у нас. Теперь открываем. И такой: мам, привет, смотри, я тебе открытку сделал. О, спасибо, сынок. Ну да, классный домик. Такой: вау, ты всех нас нарисовал. Вау, это здорово. Такой опять спрятал. Вау! Надеюсь, вам это понравилось. Я жду ваших работ. Присылайте, делайте. В описании написано, как участвовать. Делайте сторис, делайте посты. Описательно добавляйте или собачки, как наших, имена, фамилии, там, ники, да, или же хотя бы тег добавляйте: марафон, домики, что интересно, что будет, и мне очень интересно будет посмотреть. Делитесь своим счастьем, своим креативом, всем, что вы можете, все только делиться, не надо его хранить или экономить, надо делиться, надо тратить. Все, ребят, спасибо, что вы со мной, и я продолжаю рисовать, пока.